Привет, с вами Артём Ковалятов, и сейчас мы поговорим о главных и хороших новостях из мира видеоигр. За прошедшее время в игровой индустрии случилось грёбаное ничего. Все празднуют Рождество и не спешат скандалить, крутить интриги и вообще создавать хоть какие-нибудь информационные поводы. Поэтому сегодняшний выпуск новостей будет коротким. Компания Valve раздает Left 4 Dead 2 бесплатно. Насовсем, безо всякого кидалова. Да, это Рождество. В честь нагрянувшего Рождества Valve в течение ограниченного времени отдают Left 4 Dead 2 абсолютно всем желающим. Для того, чтобы получить халяву, вам нужно лишь зайти на страничку игры в магазине Steam и нажать большую кнопочку «Сыграть». Как только вы это сделаете, копия Left 4 Dead 2 будет навеки вечной привязана к вашему аккаунту. Играйте на здоровье. Отметим, что этот фестиваль щедрости продлится совсем недолго, так что бегом за игрой. По крайней мере, у вас с друзьями будет чем заняться во время январских выходных. Не все же бухать да снеговиков валить, а? Однако, из-за Рождества случаются не только скидки, распродажи и всяческие рождественские чудеса. Этот праздник может стать причиной и довольно неприятных вещей. Так, например, электронные магазины eShop и PlayStation Network обвалились. Пользователи из Северной Америки и Европы жаловались на нестабильную работу серверов PSN и eShop. Сразу после Рождества сервисы нещадно тормозили и не пускали игроков. Сразу же было выдвинуто предположение, что все это из-за большого наплыва новых пользователей, которым Санта наконец-то подарил игровые консоли. Похоже, проблема затронула и сервис Steam, который вчера вечером тоже страдал от подобных проблем. Но там-то все понятно. Мало того, что Left 4 Dead 2 раздают, так еще и зимняя распродажа идет полным ходом. Кстати, о зимней распродаже в Steam. Там ведь как бы новые скидочки появились. Deus Ex Human Revolution Director's Cut. Всего за 100 рублей. I've always asked for this. Еще там по дешевке отдают Payday 2 за 224 рубля. У нее действительно крутой мультиплеер. Попробуйте как-нибудь. Наконец, тут за 50 рублей продают Terraria, которая, видимо, не пропускает ни одной распродажи в Steam. Оно и понятно, игра-то хорошая. На этом все. А, да, кстати, это последний выпуск видео новостей. Всем пока!